тут. Денис. Игра по 620 часов.
И снова всем привет. Снова МКС Open. Нижний Новгород. Это брошенные игры по КС GO. Играем карту Нюк. Играет команда Mysterious против команды Без. Так, сейчас играет Mysterious против команды Без названия. Карта Нюк. МКС Open. Отборочные игры. Групповой этап. Что ж, первый пистолетный раунд. Мы видим, что Mysteriousы пока неплохо отбивают атаку. Скорее всего, задумывалась она к Up and Two. Но это мы уже никогда не узнаем. Тем временем, Искра сделал квадрокилл. Вследствие чего есть денежка на М-ку. Купил он гранату. Я бы на ее месте купил еще пару флэх, либо дым. Что, в принципе, поможет. А тем временем, команда атаки делает эко-раунд. Выборов у них немного, так как первый раунд они проиграли. И будут они развивать свою атаку пока на холд. Либо это просто они будут холдить, либо будут развивать атаку под апленд. Сейчас я игру сделаю чуть-чуть потише, а то слишком громко. Так, и что мы видим? Без единого убийства умирает команда атаки. Что хорошо скажется на командной экономике защиты. Все, собственно, второй раунд уже взят. Начинаем третий раунд. Очередной эко-раунд для атаки. А Mysterious не собираются менять девайсы. У них в стане есть новое, есть ФАМАС, два кольта, ССГ-шечка. Против них играют 4П250 и ГЛОК. Давайте посмотрим, куда на этот раз задумают тащить бомбу. И опять они собираются халдить в радио. Немного скучная тактика показывает команда атаки, но, возможно, это потому что пока нету девайсиков. Ну, как вы можете видеть, потихоньку по одному, да, разбирают игроков атаки. А, есть один минус, есть потерянный кольт Аксвелла. А, ССГ, виноват, ССГ, у него был ССГ, да, не кольт. Дарт Дакинг. Интересный ход от этого игрока. Давайте включим его и понаблюдаем. Негев берет он в свои руки. Что ж, на прошлых картах он умудрялся делать есть с этого орудия. Так что почему бы ему не сделать его сейчас? Так как команда атаки все еще продолжает халдить. 4 абсолютно однообразных раунда они нам показывают. Ну, блин, не знаю, надо как-то что-то менять, ребят. Надо что-то придумывать. Ну, не знаю. 4 одинаковых раунда, вас уже скоро начнут считать. Но тем временем, Хайтбит делает минус. Тут же получает размен по дарту. Идет серия убийств, и остаются, собственно, 2 в 1. И дарт реализует свой негев. 4 раунда за команду защиты уже взяты. Команде атаки снова приходится делать эко-раунд. Так как денег у них, сами видите, не особо много. И давайте посмотрим, что нам преподнесет пятый раунд на карте Нюк. Дарт снова идет на свою позицию на Нюке. А именно на крышу, откуда он и будет принимать выход на Апленд. Делает минус 2, минус 3. Ага, нет, его подпомогали ему все-таки. Не сделал он минус 3. Он всего лишь минус 1 набил. Остальные тиммейты помогли ему забрать эти киллы. Окей. И пятый раунд. Команда атаки покупает 4 АК, покупает АВП. Есть полная раскидка. Вторые арморы. Против 3 кольтов АК, негива, полной раскидки. И лишь у Дискрайерс. Нет ни диффюзов, ни второго армора. Но имеется первый.
Окей, давайте посмотрим за действиями нашего снайпера, который сейчас выходит на улицу и будет пытаться там кого-нибудь найти. Единственное, кто у нас есть на улице, это Арсен, который с АК будет принимать выход снайпера. А Дарт делает очередной мини с Снегива. Такой интересный игрок. Уже вторую игру подряд я вижу, как он только с этого девайса всех и раздает. Минус 2 делает Дарт. Аксва умирает от рук снайпера. И снайперы начинают потихоньку прошивать. Знаете, он находится. Кольт против ЦЗшки. ЦЗшка берет эту нелегкую схватку. И остается он один в один против Кольта. Сделав уже 3 минуса, есть шанс на квадрокилл. Либо Тискрайер заберет АВП и будет возможности... Да, я думаю, надо сохранить АВИК. Надо. Есть сохраненная АВП от Дискрайерса. И он решает... Ага, отдать его Аксел, который опять же пойдет на улицу и будет принимать Крейзера. Скорее всего, я так думаю. Давайте посмотрим, куда он направляется. Нет, Крейзер идет на рампы. Будет АВП с рампов отыгрывать. В принципе, позиция довольно хорошая. Дальняя дистанция. Отличные шансы на убийство. Блинк делает 2 минуса в радио. И уходит на рамп. Халдить дальше. Вельную ему территорию. Крейзер. Отличный минус. На рампах. Реализовал свое АВП. Александр идет на помощь своим тиммейтам и будет принимать выход к рампам. Бомба тем временем сидит в радио и чего-то поджидает. Хотя, по мне, так пора бы уже потихоньку перетягиваться. Да, есть перетяжечка. Скорее всего, будет выход к Б-плент устроиться у ребят. Либо они поступят довольно хитро, пойдут на девятку, после чего спустятся на аплент. Отличный тайминг у молотов. Поджарил он всех троих. Александр отступает на Б-плент. Атака движется туда же. Крейзер меняет девайс на кольт. И все выходят к Б-пленту. Крейзер падает от рук Александра. Александр делает второй минус на сходке с рампов. И Дарт снова реализует свой негив. К сожалению, я могу путаться, потому что, как я вижу, у нас два дарта. Что в одной, что в другой команде. Крейзер подписался Алекс Аксвелл. Не знаю почему. Возможно, будет меня немного путать, так что заранее прошу прощения. Тем временем, команда атаки берет 5 АК и будет строить свою атаку по улице. Бомба ушла на улицу. Есть размены, я вижу там. Александр поднимается наверх. И будет в спину выцеживать игроков улицы. Ну, во всяком случае, он так задумывал. Но, видать, не дадут ему это сделать. Так, тем временем Максвелл сделал минусы с Авика на улице. Хайтбит забирает Блинка. Александр делает минус по Дарту. По Дарту из команды атаки. Слышит он, что восстановлена бомба. Бомба поставилась на Б-пленте. Игроки должны были слышать, что он находится в вентиляции. Инфа должна была быть. И Outrageous видел его. Но, к сожалению, ничего не смог сделать против перекрестного огня. Александр делает 3 килла в этом раунде. Ой, Аксел делает 3 килла в этом раунде, Александр делает 1. И Аксел разминирует бомбу, тем самым принося 8-й раунд своей команде. Мне кажется, если я скажу, что игра направлена как-то в одни ворота, меня смогут неправильно понять, потому что, да, на нюке команда защиты, безусловно, имеет преимущество, потому что, во-первых, это быстрые перетяжки на один, на другой плент. Да, во-вторых, да все, этого хватает. Команде защиты все, что надо делать,
в том же Counter-Strike, да, это сидеть и халдить и плунты. Не давать террористам устанавливать бомбу. Чем они занимаются? А, Дарт снова берет в руки Негев. Но пока не решается выходить в лобби. И халдит. Халдит выход. Его пытались прошить, но сняли всего лишь 9 хп. Возможно, какая-то шальная пуля попала ему в ногу. Так, теперь он начинает сканировать дым. Никого там не находит. Продолжает халдить. Тем временем Дарт делает по Дискрайерсу минус. Аксвелл забирает Аутрайдерса, и Блинк забирает Дарта, который делал Open Frag. Александр вместе с Блинком принимает выход на рампы. Кразер, понимаешь, что есть там игроки, уходят в лобби обратно. В надежде на то, что Дарт сделает по нему минус из Негева. Сколько Дарт уже настрелял? Ух, ничего себе, 10 человек уже сделал, 10 минусов. Вот Дарт в основном все это он делал с Негева. Офигеть. Реально, вторая игра, я уже вижу, я уже слежу за второй игрой Мистериусов, и второй раз Дарт берет в руки Негев и стабильно делает 1-2 минуса в каждом раунде. Ну что, что ты покажешь нам в этом раунде? И снова прошили дверь. Задели Дарта, сняли ему половину хп. Тем временем Дискрайер и Аксвелл принимают улицу, забирая там двух игроков. Аутрейдер сделает минус по Александру. Дарт забирает Дискрайерса. И рампы открыты, но команда не решается идти пока что, потому что перетянулся Блинк туда. И, собственно, он умирает. Атака, да, двигается к Бэплэнту. Бомба будет ставиться там же. Ну, во всяком случае, планируется установка бомбы на том же пленте, куда прошла команда атаки. Но Дарт Кинг делает минус по Аутрайдерсу. А Дарт тем временем забирает Аксвелла на рампах. Остается один на Негив против двух АК. Есть расстрел Крейзера, который пытался установить бомбу. И остается Дарт с 9 хп против Дарта с 43 хп. И Дарт из команды атаки забирает Дарта из команды защиты, принося первый раунд своей команде. Счет 9-1. Разыгрываем раунд. В принципе, если террористы возьмут хотя бы 5 раундов на нюке, да, за свою сторону, это уже, в принципе, хороший задел на будущее. Но что-то пока неудачно. Итак, 9-1, Дарт, герой прошлого раунда, собирался выходить на улицу, но не решился. А Аксвелл решил поджать, но тут же получил выстрел в голову. Остался с 30 хп и ушел обратно к респауну. Что же у нас происходит на рампах? Дискрайерс выжидает. Ожидает какую-то попытку прохода, но, к сожалению, пока ничего. Хайтби сканирует дым, но никого там не находит. Александр тем временем остается с 8 хп. Прошили его сквозь дым. И, что ж, атака пока халдит, халдит, все выжидает. Но все-таки я думаю, что это будет попытка выхода на А-плент. Почему? Потому что остается у нас всего 30 секунд. В принципе, есть шанс выйти и на бэплант, но Александр может хитро принять их, да, на установке бомбы, и тем самым бомба выпадет, и, собственно, все. Раунд будет проигран. Остается 20 секунд. Команде атаки необходимо срочно устанавливать бомбу, дабы продлить этот раунд. Хайбит и Крейзер остаются красными. Остается один хайбит с бомбой. Он в рампах. 10 секунд. Времени уже очень мало. И Аксвелл забирает последнего игрока команды атаки, принося всей команде 10-й раунд, счет 10-1. И все-таки, да, игра как-то в одни ворота скатывается. Ну окей, возможно, что за атаку команда Дарта, пускай будет команда Дарта Вейдера у нас, может что-то и покажет. А команда Дарта Дакинга
снова разбирает позиции дефолтные и начинает чекать лобби. Ну что, втащит негиф в лобби? Ух ты, отличные два минуса дарт показывает в лобби. Вот негиф. Опять реализация негива. Не видел он игрока слева от него. И нету минуса. А для тех, кто не заметил, Дискрайвер в прошлом раунде забрал Аксвелла. Как-то вот не поделили они что-то. На каком-то выходе кто-то кого-то поджал. Что-то произошло. В общем, тимкилл произошел. И теперь команда атаки решает проходить по улице на... Я не понимаю, что они делают. Дарта забрали на посадке, тем временем по улице. И ребята проходят, должны проходить к Б-пленту, но походу что-то изменилось в их сознании. Они решили попытаться пройти на А-плент, зная, что там всегда кто-то есть, потому что защита, собственно, начинает свой раунд именно с того плента. Но это их решение, оно неудачно. И 12-й раунд забирает команда защиты. Угу. Так, организаторы нам обещают интересный матч между двумя командами. Они сейчас ждут, пока доиграют Мистериусы. И мы, скорее всего, переключимся на тот стрим и продолжим смотреть Counter-Strike. Так, что мы видим? Негив. Негив возвращается на свою дефолтную позицию. Дается флешка в лобби, есть вход. Врыв такой прямо. Ой, раздал он одного в пузо. И умер. Тем временем он дарт подбирает. Негиф делает минус. Первый минус он сделал с ЦЗшки. Остается один Дискрайер. Дискрейсер виноват. Дискрейсер. Неправильно я читал все это время ник. Делает он первый минус. И дарт забирает третьего игрока в одном раунде. Два из них забрал он снеговый. Слушай, может мне тоже изменить свой ник на дарт и бегать с негером? Может это что-то приносит какой-то там ниндзя негива. Так, и сейчас будет довольно интересная дуэль. Два АВП у команды атаки. Одно АВП у команды защиты. Есть негив у дарта. Есть негив у второго дарта. Есть, по-моему, это Файс 7 у Аксвелла. АК у оставшейся команды атаки и Александр с Дискрейерсом с кольтами. Дарт делает минус по Аксвеллу на длине, я так понял. Да, может, мне, конечно, показалось, но давайте проверим. Может, это была длина, может, он пытался поджать. Нет. Если не длина, тогда это точно было лобби. Но почему-то трупа я нигде не вижу. Ты где ж он его поджал-то, а? Рампа? Нет, не рампа. Ладно, мистический кик какой-то мы увидели. Ой. Ух ты, остается один дарт с негивом против Outrangers, который с АВП. Но Outrangers с ЦЗшки делает минус. 12-3 на конец первой половины. Мистериусы берут ее, и им остается всего лишь 4 раунда до победы в этой игре. Не так уж и много, правда? Так, что ж, давайте смотреть. И снова пистолетный раунд. В принципе, если Мистериус забирает его в свою копилку, то процентов на 80, я бы даже сказал, что эту карту они забрали себе. Ага,
Дарт дергает игроков защиты, пытаясь открыть двери, привлекая к себе внимание. Попытка установки бомбы на А-план дергает игроков защиты. Узнаю, что есть один игрок в Хевене. Дергай второго игрока вскрытием венты. И что же? Никто не спустился в венту, окей. Остается Дарт и Аксел против Крейзера и еще одного Дарта. Блин, ребята, у нас уже три Дарта в игре. Не знаю, может это какой-то деморализовать противника или что? Я не понимаю, зачем. Аксел остался у нас жив, тем временем бомба была разминирована. Ну, немного он не успел. Четвертый раунд берет команда защиты. Начинается восход по лестнице камбэка. А Мистериусы вынуждены делать эко-раунд. Окей, посмотрим, как распределяется у нас позиции. Два игрока у нас принимают рампы. Один игрок находится на планте. Двое игроков принимают у нас улицу. Тем временем, три игрока атаки выходят у нас в лобби. Двое поджимают улицу. Есть минус от того Рейнджерса по Дискрайерсу. Дарт забирает Блинка. Другой дарт... Стэк 9 пытается нашей двери, но неудачно. Остается красным. Всего лишь 9 хп отделяет его от смерти. Открывает он дверь, но вот Рейдерс знал, что он где-то там. Выходит из венты и забирает его. Последний дарт забирает Александра. И все. Это 12-5. Смотрим на закуп команд. И видим, что у команды атаки есть ЦЗ-шка, есть Галил, 2 АК, ССГ-шка, есть 2 дыма, 4 флешки и 2 ХАЕшки. Против 3 кольтов у команды защиты есть М4А4, есть ФАМАС, есть раскидка, диффьюза и вторые арморы. Окей, выход у нас строится через улицу, скорее всего, будет это выход на Б-плент. Но Дарт забирает Блинка на улице, тут же получает размен от Аксвелла. И составы команд снова уравнены. Дарт с непривычного нам ССГ пытается найти кого-нибудь. Но пока неудачно. Аксвелл забирает Крейзера в девятке. Александр против... Ух ты, Дарт... Дарт нашивает Дарта сквозь стену, тем самым убивая его. Остается у нас Александр, который кидает отличную трехочковую хаешку в Дарта, тем самым забирая его. Остается один аут Рейнджерс. Отличный тайминг показал он сейчас и во время бросания слеповухи забирает Тодна Крейзера. Остается у нас один игрок Аксвелл, который устанавливает бомбу на Б-пленте. Слышали вскрытие венты, понимает, где он. И что же будет делать Outrageous? Ну, нельзя ему никак отдавать раунды. Увидел он бомбу, понимает, что игрок атаки где-то рядом. Странно, почему-то не чекает дефолтные позиции, не видит спину. Что же? Отличный тайминг показал Аксвелл, забирает он от Рейнджерса, и бомба взрывается. К сожалению, он теряет девайс. И это 13-й раунд за команду атаки. Давайте посмотрим на киллы. Аксвелл у нас имеет 19 на 9, Дарт 18 на 10, Александр 16 на 11, Блинк 14 на 12 и Дискрейсер 14 на 11. В принципе, ребята идут, как говорится, ноздря в ноздрю. Окей, у команды защиты Outrageous имеет 16 на 15, Дарт 15 на 15, Хайдбит 9 на 19, Дарт
7 на 17 и Крейзер 5 на 17. Ну, как мы видим, у команды атаки как бы более стабильная стрельба. Да, что и показывает количество киллов и взятых раундов. И берут они все-таки 14-й раунд. Удар-то из защиты. И что-то странное написал. Возможно, начинается небольшое подгорание. Окей, смотрим за Блинком. Куда же будет строиться атака в этом раунде? Бомба лежит вот здесь. Подбирает ее Дарт. И будут они ее нести. Пока, к сожалению, не совсем понятно куда. Ага, один Дарт забрал. А, Блинка, за которым я все хотел наблюдать, но тут же получил размен. Остается у нас 3 в 3. Александр Дискрейсер и Дарт Да Кинг против Хайтбита, который только что отъехал, забрав с собой Дискрейсера. А, против Крейзера и Дарта. Что ж, бомба установлена у нас на Б-пленте. Александр знает об этом и перетягивается к этому самому пленту. Дарт и Крейзер. Крейзер заходит из вент, попадает в перекрестный огонь и тут же умирает. Остается один Дарт, который пытался вылезти из аквариума, но Дарт, террорист, не позволил ему зайти к себе в спину и попытаться что-то навести, какой-то шорох. Окей, счет 15-15, это первый матч-пойнт для команды Mysterious. И давайте смотреть, как же будет развиваться атака. Команда защиты делала волевой бай. У них есть 3 ФАМАСа, есть МК, был П-250. Вяленькая раскидочка. Так, остается уже 3 ФАМАСа. Но Дарт и Хайтбит делает по минусу раннего состава команд. Хайтбит под добранным АК делает очередной минус. И состав у нас 2 в 3. Но состав у нас 2-2. Александр выравнивает. У Дарт 11 хп. У Хайтбита 73 хп против сотки у Александра. И Дарт 77 хп. Окей. Дарт отсиживается на Б-пленте. Ждет, что к нему кто-то придет. А Хайтбит будет принимать апленд. Интересное решение. А Дарт, Да Кинг вместе с Александром выходят на апленд. Чекая в дефолтной позиции, и Хайтбит делает минус. И Дарт, отличная реакция, делает минус 3 в этом раунде, забирает одного из игроков в венте и последнего из дома. Счет 16-5. Это победа команды атаки. Так, сейчас у нас будет маленький перерыв, там вроде как очередной сервер у нас уже почти готов, и мы скоро к вам вернемся, ожидайте.
И снова всем привет. Мы возвращаемся на отборочные турниры в Нижнем Новгороде по Counter-Strike для МКС Open. Сейчас мы играем карту Mirage. Встречаются у нас две команды без названий, к сожалению. Ребят, подписывайте, что ли, в будущем, чтобы проще было ориентироваться. Я так понимаю, как говорили организаторы, сейчас у нас играется финал лузеров. И мы видим, что команда защиты отдает первый раунд на команде, на карте Мираж. Окей, Лонгус пытался только что поджать ковры и тут же был остановлен. Айдан делает минус по хайдбиту. Так, команда атаки занимает в это время... плент, но бомба пока не ставится. Где же она у нас находится? Бомба у нас... бомба у нас на Б-пленте! И ее там... не ждали. Окей, сделали фейковый минус к А-пленту, и эта тактика удалась. Да, бомба установлена на Б-пленте, все отлично. Бомба тикает, время идет. А Отс будет сейвить АК, подобранный им на А-пленте. Хорошая тактика. Вот команда атаки нам была показана. И мы слышим, что бомба сейчас бабахнет. Второй раунд берет команда атаки на карте Мираж. Что, в принципе, неплохо. Говорят, что карта Мираж — это, в принципе, карта для команды защиты. Да, немного она доминирует на ней. Но лично мое мнение... что карта эта довольно сбалансирована. Во-первых, и команда защиты может быстро перетягиваться с А-планта на Б-плант, а команда атаки может развивать свои схемы сразу в несколько направлений. Это может быть и мидл, это может быть и тоннель. Могут они через мидл выходить в коннектор на А-плант, выходить из ямы опять же на А-плант. Также есть ковры, которые ведут нас к А-пленту. Кухня, да, которая может вести как на А, так и на Б-плент. При помощи подсадочки. Вот, получает отличную флешку. Ослеплен он. Но не сделали по нему минус. Но вот сейчас. А вот Ридж сделает минус по ВОЖ. АК. Единственный АК, который был сохранен в прошлом раунде. Выпадает, но Лонгус подбирает девайс и будет стараться с ним что-то сделать. Тем временем, привет, передал привет Аут Рейнджесу, делая минус ему на А-пленте. Остается у нас Хайдбит с 5 хп против Айдана с ЦЗшкой, у которого 17 хп, но, к сожалению, Хайдбит ничего не смог сделать. И Айдан приносит первый раунд в команду защиты. 1-2. Разыгрываем четвертый раунд. Изабая в прошлом раунде команда атаки немного повредила свою экономику. Приходится им делать эко. В то время как команда защиты делает фулбай. Есть у них АК сохраненный, есть три кольта, есть АУК. И будут они принимать выход на А-плент. Да-да, я здесь, давай продолжим. Давай продолжим. Чё это, кто сейчас катает? Да, сейчас у нас ноунеймы. Да. Да, не подписывают. Не знаю, почему ребята не хотят подписывать названия команд. Но скилл у них, в принципе, равный. Да, сейчас счет на Мираже у нас 2-2. У нас качельки небольшие такие получаются. То есть... на самом деле, на Мираже... кто будет агрессивничать, ну, на ихнем уровне, тот возьмет инициативу. Ну, не знаю, по мне так лучше похолодить. Вот, во всяком случае, команды защиты сейчас не стоит никуда выходить. Надо оставаться на своих местах. Да, так как атака у нас снова делает эко-раунд. Нет у них денег на бай. Ну, не, понимаешь, что, в чем дело-то? Ну, холдить на Мираже, на нуле это вообще просто проигрыш. Ничего себе, Блод
Асакура делает квадрокил в этом раунде, забирая четверых игроков атаки, принимая мидл и забирая, да, на эко, ну, все равно эко, да, эко раунд, да, ну, минус 4, даже на эко раунде, по-моему, достойно. Ну, мы с тобой уже видели, что, да, и на эко раунде можно спокойно забирать девайсы, можно отжимать раунды у противников. Вот сейчас Дарт мог ошибиться в миду, он сначала отвернулся, потом резко повернулся. Сначала не заметил типа в углу. Но так, давай. Миражи на эко все равно ну, халдить нельзя, потому что вот мидл, там достаточно большое расстояние, ты выходишь, идешь по зиге, в надежде на то, что тебя не заметят из перемычки. Ну, это да, это реально надежда. Надежда, да, вот, которая... И плюс тебя могут еще из люльки, ну, из люльки и убили зигу. Ну вот, видишь, бомбы выносятся у нас на Б-плент. Б-плент принимается... принимался одним игроком, остальные перетягивались к А-пленту. Но, опять же, видишь, я говорю, Мираж все-таки чуть-чуть преимущество у команды защиты. Потому что, видишь, вот не прошло и буквально несколько секунд, команда защиты уже перетянулась к Б-пленту. И Блада Сакура будет выходить... Не будет выходить у нас из дома. Тут же его забирают, тот остается один. Тут же умирает... Вот аут Рейнджерса. Защита очень плохо сыграла сейчас. Они сделали только лишь один минус. Вот. Это был Айдар. Он занял плохую очень позицию. То есть они отдали зигзаг, отдали мидл весь. За КТ вообще нельзя отдавать мидл. Если ты отдаешь мидл на мираже, это все. Типы могут бегать как и на А, так и на Б. Причем, если стоят двое под А, под ямой, они могут, если вы отдали мидл, то трое зайти с перемычки. Зажимать типов в кольцо. Нельзя мидл отдавать так спокойно. Ну вот, Айдан сделал очередной минус на мидле. Да. И есть второй минус в коннекторе. Вот как раз, да, он вышел на зигу, сделал минус по коннектору. Отлично. Делает уже два минуса в этом раунде. И что же будет сейчас? Будет он... А, он ну, решил смотреть. Ошибка от пениса. Вот в спину заходит Одз. Кстати, мне кажется, с Одзом я играл на где-то на каком-то канале. Ну, вполне возможно. Не помню точно. Ну вот, пока ты вспоминал, уже четвертый раунд защита забрала свою копилку. И команде атаки придется делать еще два эко-раунда. А это, соответственно, 6-3, скорее всего. Плохая экономика. Скорее всего, это 6-3. Ну, такое себе. Такое. А может быть, если сейчас ошибутся вот эти спецназовцы наши, то ЦЗшки из них могут сыграть. Ну, не-не-не. Не дали ошибиться. Ну, хотя... Ну... Чувак, ты же видел его, давай, прошивай. Тем не менее, Айдан промахивается. Ну смотри, они дают вроде как бомбу поставить. Если поставят плент, то... Не, плент выпал только что. Да я видел. Да, ничего они не успели сделать в этом раунде. Ну, разминчик. Ну там у привета 10к на руках. У отзыва 8. У них экономика еще на 2 раунда хватит там. Спокойно, полным закупом. А про теров нельзя такого сказать, у них вообще на последние деньги они закупились, не считая Кэрзора. О, прошил. Вот нельзя из Йемы прошивать так, потому что в ответку гораздо легче получить. Он на звук пытался убить, но походу наушнички его подвели. Так, ага, сейчас у нас оказывается последняя игра на выход из группы, после чего будет играться по системе BO3. А сколько матчей BO3? А, 4 команды. Я сейчас не знаю, с организаторами разговариваю. Возможно, ну как, я думаю, было бы неплохо 2 матча по 2 команды. Лучший из них выходит в финал, худший играет в финал лузеров за 3-е место. Ну, сейчас посмотрим, что скажут нам организаторы.
А, ну да, как я говорил. Так. Ну что там? Слушай, да, по ходу в 1/4 будет 4 команды, будут они играть. Ну, Да, два матча Best of 3, да? два матча Best of 3, потом победители играют в финале за первое место, а проигравшие финал лузеров за третье место. А идти они будут как-то параллельно, знаешь? Или... О, скорее всего, они начнутся параллельно, потому что если так, мы будем очень долго ждать. Это да. Ну, что-то вот они захолодились. Серы как-то боятся, вот их, знаешь, запугали. То, что они при выходе, да, они потом на разменах очень плохо играют. И все, и они как-то посыпались. Они боятся открываться сами. Ну, первый, наверное. Нифига себе! Воу. За своего, это сколько у него там? Насколько он просел по денежкам? Да, на 300 баксов там фигня. Ну... Они и так проседают по экономике. А, Вообще. да, за килл своего еще минус 300 долларов. Ну, минус хаешка. Или минус Иногда дым. хаешечка может зарешать в этой игре. Воу. О, отличный минус. Как же медленно выходил Дарт на мидл. О, господи. А вот Рейдж Ладно. остается один, выходит на мидл, там где... Стоп, бомба же за углом лежала, как он ее подобрал? Что-то я не понял. Ну ладно, Она же окей. на какой-то рейндж. Можно ее поднять. Ну Ну знаю, ладно. где он находится. Спокойно Да, так все, не дадут ему стреляешь. уйти. 7-3. Хотя аутрейджу намного легче стрелять снизу. Это я так скажу. Отзы пришлось и голову его вычислять. Мне кажется, эта игра сейчас будет в одни ворота. О, Потому что... смотри мне, что организаторы написали. Будет 1/4 Best of 3. Первое место играет против четвертого места. Второе место против третьего. А финалы тот, кто из них выйдет. Окей, походу за третье место играть они не будут. Да, смысл. Ну хотя да, в принципе, у нас же сейчас играют на выход тот... Та команда, которая выйдет, поедет на Ланы в Москву. Я хотел посмотреть на как будет играть второе с третьим местом, потому что по мне так первое с четвертым, мне кажется, там будет избиение. По Ну, мне, то я есть. говорю, было бы лучше, вот да, вот виннеры, кто выиграли матчи, да, то есть такие более-менее равные команды играют между собой, да, там уже лузера за третье место, то есть Шупутаку сетка построилась. Ну, не знаю, ну, организаторы решили так, окей, это и да, это их решение. Ну, вот про то я и говорю. Уже 46-я минута, один килл прошел. Все, они все боятся, все как-то растянулись, а у них один игрок под Б, бомба вообще на мидлу у террористов. И вот так вот спокойно он просто решил выпрыгнуть и получить в голову от привета. Просто привет, как дела? Ну, И вот. что? Ты пойдешь бомбу ставить? Пойдет он с 3 хп бомбу ставить. Ну, как-то так резко дернулся с медла, потянулся на Б. Ну да, чувак, выйди, посмотри, может там никто не сидит. На Да. машине-то, вдруг там никого нету, да? Вдруг там авика нету. Ой, Иди ты еще его посмотри. убьют, будет весело вообще. Да не, все, ему вафли, короче. Пусть идет сушит. Опа! Вот все. Чего сидел? А у него же Отличный скилл сейф. еще был. Нет бы в коврах засесть. Погоди, так его же убили после... Оу. Ну да, раунд закончился, и его убили. Деньги он потерял, так потерял еще и девайс. Ну да. Отличный закупок от команды атаки. Есть ЦЗшка, есть 4 АК. 4К Вторые нормально. арборы, есть раскидка у Дарта, и все. Три смоука, три флешки и одна хаешка была. Закупочка такая. Я бы не сказал то, что это самый лучший закуп. Серьезно? Я бы даже так сказал, можно взять и Галил и закупиться
флешками, да? Ну, блин, мы уже не раз видели во всех играх, да? Пускай это будет там международный уровень уже, да? Там всякие титаны, там Нави и прочая раскидка, чуваки, решает. Да. По факту. Скилл, конечно, ну, да и с Галилом можно нормально накилять. Тот же самый Зевс, он постоянно раздает с этого Галила. Я вообще редко его сака вижу. Хотя говорят, что... Ну, смотрите, тем не менее, они берут этот раунд. Потеряли всего одного человека. Вот ошибки, они очень высокий процент ошибок, просто. Они не собранные, что ли, там сонные сидят. Ну, отдают, вот знаешь, друг другу подарки дарят. Ну, ладно, давай посмотрим. А, смотри, у команды защиты есть денежки на бай. У них есть 4 кольта, есть АВП, есть фулл раскидка против... Очередной хрен пойми, какой раскидки у команды атаки. У Дарта флешка есть. Да, по-моему, только Дарт и закупается. Да. И, кстати, играет он с Авиком. Давай посмотрим, что же он будет делать с этим девайсом. А будет он с него промахиваться, будет... Не, погоди. Ну, со второго раза попал. Засчитано. Оп. Ну, такой, да... Ох, боже мой, какая ошибка от Кэрзура. Он спиной выходит, не смотрит под ковры. Ужас просто. Катастрофа. Нельзя так. Чувак, они не выйдут, они бомбу халдят. Ну. Вон у тебя АК лежит, у тебя кольт лежит под рукой. Ну так он думает то, что он уйдет это. Отличный ноузум. Вообще в стену. Глотбу взял бы. Да я говорю, он мог с пистолетом. У него вон два девайса под рукой лежало. Почему? Почему ты так сделал, чувак? Боялся, потому что, ну, тут тайминг уже, речь идет о тайминге, вдруг соперник подумает, что он там на шифте как-то куда-то уйдет, вот, так как время там было, ну, нормально еще, вот, и, возможно, он ожидал то, что там соперник как-то... А куда они пойдут? У них бомба на планете лежит, куда они уйдут? Это как минимум нелогично. Не, ну, погоди, ну, тогда же логично то, что парень яму смотрит. Ну... В принципе, да. Но бомба лежит на планте. В любом случае смотреть ковры, смотреть яму, смотреть коннектор и, возможно, с респа поджим. Вот. Я про то и говорю, то, что, возможно, он мог поймать там на каком-нибудь развороте. Но мне кажется, шансов маловато было. Ну, маловато, да, но он был какой-никакой. О, Хайдан хорошо бомбу выбил. И коктейль молот. На самом деле он может такой раунд взять. Если сейчас не провтыкает. Ну, есть план. Ну, чуть-чуть. Ой, хорошо. Ну, сканировал. Ну, его со спины все сейчас. Эх! Я его спереди его нашили, пока он прыгал. Ну, он залез. В таких ситуациях нельзя на коробочку на самом деле залезать. Сложновато. Ты ее же контролит сразу, самый первый. Тем более, это, ну, верх коробки шьется. За ней вообще опасно стоять, можно в щи получить хорошо. Реально. Окей, Айдан снова берет АВП и снова сканирует мидл. Есть отличный минус по крейцеру. И все, команда атаки. Сейчас еще, наверное, один минус даст. Вангую. Не. Не, все, у команды атаки сжалась, и они... Все, видишь, они потерялись, они не знают. На Б-планте получили еще один минус. Ну, скорее всего, он знает. Ну все, спалился парень под коврами. Нет, не справился со стрельбой. Вот, хорошо стреляет на самом деле. Парочку голов может повесить. Ух, как он его вскак, он его... Ух, ничего себе, минус 2 в коннекторе. Но, к сожалению, вот забирает его, и не увидим из 6-й раунд станет террористов. 10-5 дефолтный счет. С этого счета вполне возможно вытащить победу. Если у команды терроров не готово нападение, то они могут точно так же, а то и хуже сыграть. Тут никто не знает. Ну давай вернемся к игре. Вторая пистолетка. В принципе, если террористы берут этот раунд, да, есть... Процент больше 50, что они возьмут игру. Hellraisers нам показывали, как выигрывать Непов, там без
без единой пистолеточки просто. Так что пистолет, конечно, важная штука, но... Да как? Вот, сделает нож по крейсеру. У нас в каждой игре будет ножичек. Возможно. Да. Так, хорошо. Ну на кухне они там... Жарко на кухне. Хорошие позиции заняли. Сейчас тип спину зайдет. Все, и... остается 4 хп, хп у Дарта, да? Пистолетку берут, 11 раунд. Сейчас будет бай. Вот сделал аж 3 килла в этом раунде. На самом деле, я бы на месте спецназа сейчас бы сделал бы эко с ЦЗшками. Там пытался бы, ну, пару минусов сделать. И там можно волевой бай сделать, чтобы не отдать конечное преимущество. Ну, самый наилучший вариант. Я не понимаю, почему лонг... А, Лонг вернулся, купил хаешку. Я смотрю, у него еще были деньги, но он почему-то не стал закупаться. Но вернулся на рез, купил хае. Ты видел, да, сейчас КТ решили прооркать яму? Ну, я не понимаю, зачем. Быть может, залетит какая-то плюха в голову. Ага, остается у нас один дарт в коврах. Знает его местоположение, прошили его. У меня такое ощущение, что эта игра, походу, на надежду. Там они играют, как будто это на авось это пройдет. Блин, ты видишь это? Ты видишь, да, что они делают? Три ФАМАСа, один дыма, одна флеха. Ну, за который... 4 ФАМАСа, кольт. Нормально, нормально. Не, ну почему? Если нет других вариантов... Если нет других вариантов, по мне так надо было сделать еще один, еще одно эко. Как парень проходит? Просто так в коннектор заходит. О, господи. О, Дарт опять пытался циркадить, но вот сделал очередной минус. Чё с ним не так-то? По-моему, все. Господи. Дарт, Хайбит. Дарт. Ох. Ай, Хайбит, откуда же ты? Откуда же ты? Ну, с коннектора пришел. Я верю... Ох, это, ох уж эти перезарядки. 13-5. Все, это эко, эко. 14 раунд. Ну как, скажи мне, как? Типы делают волевой бай и пропускают типа в коннектор, который делает минус. Просто так. Заходит, без шифта просто, пацан бежит мимо медла, заходит в коннектор. Что это? Зачем? Они вообще, наверное, играют первый раз эту карту. Серьезно. Другого о, у нас нет. Есть. Да. Я мы тебя слышали. Бил там парень зашел в спину из КТ. Не-не, я с организатором начал сейчас. Сетку они мне показывали. Так, окей. Хайтбит остается один против всех. Ну да, вот он в спину зашел, такой крутой. Да, и что-то... Это такой, волосы назад. О, ну, хотя бы минус, это хорошо. Лавандос и Зимани. Отличный прыжок, но, к сожалению, не долетел. Чуть-чуть не хватило. Так. Зачем им 2 ВП? Они, блин, с ФАМАСов не попадают, они берут 2 ВП. Они клитор не смотрят. А там, блин... В монитор не смотрят они, по-моему. Окей. А есть первый минус. Минус 1 ВП. Вот. И минус 2 АВП. Нахрена, ребята? Нахрена вы потратили 6 тысяч? Хорошо. Просто хорошо. Вы могли на эти деньги 2 кольта купить, но нет. Окей. Мега скилл. Реализация, реализация. Это вот как до этого, когда был кэш, там тоже отличная была реализация АВП. Ну да, под бэплентом, да? Угу. Привет, посылает привет Хайтбиту в голову. И, к сожалению, хватает привет от Дарта. Тем не менее, 6-й раунд, сейф АВП, делает Дарт. Надо нафейлить, чтобы с преимуществом в 3 игрока дать 2 в 5. Вот это вообще печалька, на самом деле. Так, ну, может, ребята уже расслабились, еще 2 раунда, уже, в принципе, чуток осталось, уже все. Не, ну я прям чувствовал, когда вот третий килл был в Зиге, то, что там пацан, давай, хорошо, дави это говно. И, походу,
Наступил, наступил. Да. Кто-то подскользнулся. Ага, два человека. Это вообще, это вот сохранили АВП. Дарт выбрасывает АВП на респ. Стоит два чувака, желающих его подобрать. И, по-моему, подобрал и подбор из серии, кто первый взял. Будто Сакура подобрал Дарта через... Я видел, да, да, отлично прошил. Ну, там, в принципе, ножку-то было видно, курящую. Ой-ой, промахнулся. Еще один минус, остается хатбита Дарт, 100 хп. Один у нас на кухне, выходит на сети респаун, а Дарт тем временем умер. По-моему, тут все. 15-6, экономика у них... Никакая. Не юзабельная. Блин, ребята, что вы делаете? Охренеть. Слушай, не на каждом матчмейкинге такое встретишь. Просто это какие-то это закупы вообще из серии. Не, ну подожди, мне кажется, фанец. То есть, мне кажется, они не рассчитывали победить. Да и вообще складывается уровень такой, то что кто-то приедет и уедет сразу. Ну это понятно, это же отборы. Но блин, чуваки, вы едете участвовать в турнире, вы хотите выйти вперед. 450 тысяч рублей. Нормально. Ну да. Такая сумма, 500 000, нифига себе. Но нет, ребята просто... Таких не было еще в Москве. Да, ребята просто фанятся. Нахрена вы, блин, пофанятся вон, идите в ММ. И фаньтесь, сколько влезет. С ботами пофаньтесь. Но здесь, блин, надо как-то реально готовиться, надо что-то, какие-то тактики. До этого я видел игры, где вообще, блин, по 8 раундов в одно и то же место бегали. Просто вот это реально как боты играли. Мне кажется, там... Примерно такой уровень. Ну, конечно, не все команды, я видел, как там... Оц, да. Раскатало. Оц, промахнулся по биту. Если ты не заметил, вот первый дарт, вот этот, он сначала сделал минус в коврах, там был двое типов в коврах. Один стоял за дальней колонной, а второй стоял за первой колонной. Он убивает типа за первой колонной, спокойно забивает, забирает АК и уходит назад. Хм. И его отпускает тип, который стоял за дальней колонной. Ну, тоже, видишь, так вот. Блин, ну в контру надо играть на размен. То есть ты идешь, тебе надо с кем-то идти, чтобы если вдруг тебя убивают, ты сразу мог разменять, чтобы не терять, и, да, там, тоже преимущество, тоже равенство в игре. Смотрю, смотрю, да, и вот я нюк тоже как бы видел. Вот, и там вот в КС либо на размен, да, за защиту надо крест-накрест играть. Ну да, да, перекрестный огонь. Варианта. Крест-накрест играешь, все, это 100% килл. Почему они... Один смотрит это, другой то. В итоге перекрестного огня нету никакого. Хелпы ноль. И так вот получается, то, что типы заходят в коннектор спокойно и убивают. Ну все, 2-1 АВП и АК против ФАМАСа 16 хп. Все. 16 раундов. Продано. Слот продан. Да. Офигеть. Блин, ну... Плохо. Такая игра вообще, на самом деле, не особо очень хорошая. Окей, давайте сейчас мы сходим на один сервачок, посмотрим, что там происходит. Если еще не совсем поздно, мы будем стримить оттуда. А что, сколько нас народ смотрит? Ого! А сейчас рекламка. Давай рекламную паузу. Пижамкин ТВ. Лучшие стримы Рунета. Потом будем стримить дотку. Ну, папчики. Веселый. Или КС-чку. А, ну, ты на кой заходишь? Ого. А там еще не скинули админы в финал? Ну, вот этот. Это же нижняя новая. Колоссальная дворочная. Самый абсурдный в мире. Не, ну, это понятное дело. Надо всегда готовиться к худшему варианту событий. А
коннектнуться с сервером. А, так. А. Тут боты играют, Машек постримит. Они тоже не... А, так, Мистериус, Блинк, заходит на сервер. Это, наверное, один на первом сервере. Или чё, а чё все хуйня? Чё с дом? Админ фикс, плиз? Не, я на первом сижу. Тут кто-то заходил, потом вышел. Я не стал. Да и первый не раз. На DAS-2 поменяли на первой карте. Скорее всего, это Best of 3 и первая карта DAS-2. Мне так кажется. Useless, вангую. Неплохо. Ну, а как карта Мираж, да? Защита 6-0 идет? А, сосет, заебись. В натуре четко. Так, секундочку. Так, на первом сервере зашел Отс, ну он же выиграл сейчас, ну вот там типа один какой-то, вот, возможно они будут сейчас играть с кем-то. Серьезно? Я же сказал. Я шван, ты чё? Рили. Так, это, погоди. А кто, какой, короче, место, какое, с каким играет сейчас? Ага, useless. Ну, сейчас они пока все зайдут раздупляться. Надо в Нижний Новгород было ехать на отборочек. Иди, Кота. А, второй, третий? Ну, это тогда будет интересно, мать. Я бы его посмотрел, чем первый с четвертым. А на первое место это вот, который Нюк, да, развалили? А, деревня. Олимпийцы. О, господи. Ой, эти олимпийцы. Да не надо было выходить.
Они играют, вон, походу, первый, второй сервер. Или Коми сам первый. О, господи. Это бич. Это какое-то бичевание, блядь. Кто там? Что у них? Ну да. Ну говорю, который нюк развалили, да? Я видел. Видел. Я так-то смотрел просто. Технические неполадки были. Ну зато у меня теперь есть звуковуха СС. Посмотрим на Дастик. Как у них все быстро. Ну, я на самом деле сторонник Пойнтбланка. Я просто один раз стримчик включил, посмотрел на то, что там как-то вообще все коричневатое какое-то, ты понимаешь? Да, рестарт. Я смотрю. Кого-то там, админы ботов кикают, все. Сразу видно, опытные. Да не все, тяжело, походу. Так, ну что, мы начали? Да вроде начали. Ну, ладно, допустим. Так, ну ладно, давай пытаться комментить. Это, скорее всего, будет первый килл либо под Б, либо на миду. Так, у нас играют Мистериусы против... Хороший килл от Мистериуса залетел прям. Они тут все Мистериусы. Ну, это там, Блинк вот этот с Диги хорошо поставил. Ну и ему тоже головашу отлично прилетел. Еще один. Вот, воу. Ты главное смотри за вот Дарт Дакинг. Чувак любитель играть с Негилом. Реально, помимо того, что он любитель играть с Негилом, так он еще любитель убивать с этого. Каждый раунд 1-2 килла, просто это стабильность. Это офигенно. Ну как раз... в первой катке на как раз таки Дасте втором, здесь вот на мидлу. Вот точно так же, точно так же он выходил, начинает зажимать, здесь забирать четырех и последнего в темке нижней. Да, только пацаны, по-моему, собираются взять эко-раунд. Мне подсказать. Вау, хороший килл. Ну он. Аэршотик был. Качественный. Эх, зря выходил. Щепки как зажал-то, хорошо. Так, Александр подбирает кольт. Может еще дать пару минусов, на самом деле. Ну, два минуса он уже сделал. Причем хороших таких, две головы. Если ну что? Если читает то, что защита как-то пассивно играет. О, привет, передал привет Блинку. Как погода, а-за-за, все хорошо. Эх, Александр, к сожалению... Не выжил в этом раунде. 1-1 по картам. Экономика защиты нарушена. Тем не менее. Чуваки делают бай. Они все делают бай. Есть арму, есть вторые арморы, есть ЦЗшки, есть P250, Дигл и ССГ. Ну да, та карта, где ДМ можно близко принять, Дигу можно близко принять, мидл там где-то поджать. Ну вот Дарт поджал с мухой. Неплохо. Ну вот Александр поджимает вот Тёмку, но, к сожалению, никого нет. Все, они эту муху хотят взять и подыхают на ней. Один за другим.
Ну вот, говорю, короткие расстояния делают свое. Ох ты! О, на развороте бы дал бы еще в пачку. Дискрейсер против Лонгус Пенис Бейсис Витае. Проиграл. Коротковат. Да, говорил Лонгус. Нифига не Лонгус, чувак. Эх, 2-1 за сторону защиты. Ну, в принципе, это и понятно. На Дасте все-таки есть неоспоримое преимущество у защиты на этой карте. На самом деле, это сторона теров. Ну, я бы не сказал. Но я бы сказал. Ну, окей. Не знаю, просто я сколько играл, всегда как-то на стороне защиты попроще было. Это попроще стоять там где-то, да, и ловить типов. Но если атака кидает смок на мидл, спокойно под флешечки уходит на зиву, то все просто становится. Или смок в мидл респу отрезать и выходить в мидл и двое из темки, то это все достаточно просто за теров. Дуэл на фаст под первую респу хорошо. Но атака это всю жизнь было то, что даст это Т-сторона. Если ты умеешь играть за Т, значит ты умничка, так сказать. Ох, какая неприятная флешечка сейчас прилетела. Но тем временем Дискрайер забирает двоих, берет раунд. Очередные 3 килла. 2 раунда подряд он делает. Серьезно. Мне вот интересно, они знали то, что он в респе стоял? Или какая инфа была вообще про этого типа? Просто вот они сейчас пошли троем под Б. Вообще... Я не понимаю этих движений. Дар да Кинг отдал Зигу. Посмотри, бомба на Зиге. Она может спокойно выйти на аплент, убить и поставить бомбу. Понимаешь? Угу. Так. Что у нас сейчас на карте-то? Но он в респе. Просто парень ошибся. Он мог идти и ставить плент. Зачем он спрыгнул, не знаю. Видимо, он не знал. Думал... Может, он забыл, что плент у него? Ну... Навряд ли, конечно. Но они, походу, собирались сделать... Вот видишь, на миду, да, убили. Они собирались сделать мидл плюс... ну, Б, короче. Только через... Я тебя понял. Есть одна страта, да, то, что десант, ну, на КТ-респ и идут на Б. Раньше, я не помню, кто там... А, Карась, это, десантника играл из Hellraiser. Постоянно. Ну, вполне возможно. Я просто не встречал еще такую тактику нигде. Не-не-не, там дым кидается на Зигу, правда. Это делается, причем, не на... Короче, на закупке. Когда хороший бай есть, раскидывается Зига, раскидывается мидл, десант в респу, убивается респ, ну, отрезается полностью. Ну, если что, потом в матчмейкинге, если когда-нибудь будем играть, то я тебе покажу. Лады, лады. Это делается. Я с раскидками знаком. Так. Мидл хороший. И сейчас вот... Дискрейсер, опять шанс забрать раунд. А, нет, погоди, ушел. Привет. Как дела? Зачем ты ушел? Надо спину было. На бапленте устанавливается у нас бомба. Ну и все, халдить. Халдить против 20 хп. У дискрейсера. Парень в спину будет заходить с тэшки. Навряд ли он даст минус. С его хелсбаром это очень сложно будет, тем более его контролит. Он выйдет, просто одна пуля сака, и он умер. Я бы на его месте вообще бы засейвился. Нет, я бы тоже. Ну да, 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 да. Просто одна пуля в тебя, в тушку. Да, я бы лучше тоже засейвил девайс. Ну, да. Тем более деньги есть на бай. Да, так он мог и дропчик дать, вот вместо, вот видишь, сейчас вот с Фамасом, да, а мог играть с эмочкой. И все. Угу. И уже шанс на убийство побольше. Не, ну, конечно, Фамас тоже хорошее оружие, но оно все-таки слабенькое. У него стрельба, вот у Галила она не такое разбросанное, а у Фамаса чуть посильнее, если зажимать. Ну да, да, да. Это правильно. Так, Дарда Кинг поджимает Зиг. Вот, Сав... Ох. Хорошо, что блинк. Вот да, если бы не блинк.
Да. Если не блинк, это был бы провал просто. Потому что там парень мог просто зажать двоих, одна фотка, она бы навряд ли бы попала, и только надежды на него было. Ну, очень вовремя приходит дым на Зигу. Постоянно муха. Зачем? Зачем использовать муху в миду против бая? Это необоснованное решение, по мне так. Это рисковый такой шажок. Не всегда муха может играть. Вот. Будет выход на... Занял, отвлекает, будет заходить. Я думал, под Б-план будет выходить. Ну, сейчас, видишь, Зигу зажимает с двух сторон. Айдан будет сейчас запирать его. Скорее всего, после мида. Ну, нет, блин, да, бомба у нас по длине пришла на апленд. И будет установлена. Да, дым. Еще секунду. Уже развеивается. Я думал, вот только закинули. 15 секунд было бы. Плент. Ух ты! Отличные два минуса. Очень хорошо стреляет. Остается только лишь привет, который на лонге, и он падает. Все, дефьюз, пятый раунд за защиту. Да еще, у меня тяжелая ситуация была. Он не мог убить типа, который кинул дым и сел дефьюз, потому что он сел дефьюз за коробочку. И у него торчал там пиксель головы. О, у нас дота стартанула. Дотка. Угу. Хорошо. А дотка, где она сейчас? На четвертом канале. Не, я в смысле, какие отборочные. Ну, о, сейчас я, тебе скажу, я точно не знаю. Сейчас, секунду, погоди. Наблюдая картину, как сейчас Фенис Лонг. Он, короче, бежит со своим тиммейтом, и он первый. Он так вылез, на чуть-чуть прочекал. По нему никто не попал, он назад убежал, и вот друг вышел, умер, а тот назад убежал. Он даже не попытался выйти, разменяй. Не, я тебе не скажу, к сожалению, какой город. Хотя я могу посмотреть на официальном сайте. И это что? Лёль. 6-2. Ого. Ого. УТ-2 ВП. Я хочу последить за их миссиями. Ну, мид дефолт. Опа, нижечку. КТ верхнюю Т-шку аркадят. Пенис убил. Будет Т-шку верхнюю закрывать. Нет, не будет. А может будет. Инфа про двух типов. Верхней Т-шки есть. Но... Только я на него переключился. И все. Он как лев сражался. Ну, вполне возможно. Правда, хайя. Ну, смог. Декрейзерс. Вот, что такое? Че, Блута Сакура мог оставить план своему тиммейту и пройти по ДЛ уже. Там никого не было. Ну, там был тип один под Зигой, но он уже настянулся. Но там был хороший тайминг достаточно. Ну, это нам отсюда хорошо все видно, про все тайминги. Ну да. Сложненько все, но такие ситуации надо стараться читать. Ай-яй-яй-яй-яй. Неплохо нашел, на самом деле. Одному на минус полтишок, вроде как, да? Да, отс был со 100 хп. Ну что, ребята? Опа, хороший килл. Встретил на виду. Хо-хо-хо-хо-хо. Там парень в матрице, что ли, родился, по нему попасть. Да не, все. 7-2. 7-2. It will be echo. И будем свои пачки сейчас собирать. Пусть поставят тайм-аут, обговорят. Вот пусть экран, пусть сядут на респе. Я помню, да ладно, хоть часто люди используют. Да почему, просто паузу пусть возьмут в игре, да, там 2 минуты посовещаются как-то. Ну, ребята, вы столько раундов уже отдали. Еще экран посовещаться и паузу еще нажать. Ну да. О, отличная гаешка от Дарта. Это хорошо. No chance. Разбирают. А ей бога просто. Террористов на Б-планте. И снова ничему не учат их жизнь, они покупают два ВП, три АК. Так. Те тоже два ВП, ну...
Ладно, Айдан вроде неплохо у нас обращался с этим девайсом. Давай посмотрим, куда он пойдет. О, и что, really? Аркада мидл? Really? Окей. Хорошо. Блоты Сакура делает минус ВП. И тут же получает килл. Да, Дискрайерс. Окей, окей, Айдан, отличная игра с ВП. Вот зачем ты его покупаешь, чувак? Вот ты ничего себе делал, ты хотя бы дым разок прострелил. Авось ты попадешь. Просто надо играть более агрессивно. Вот Писю неплохо попал пару раз. Хорошо залетело. Ох, так. Чувак, нахрена ты покупаешь авик? Потом ты будешь орать, что твой тиммейт тебя поджимал. Все такие хреновые, да, и так далее. Ты, блин, весь раунд с ним бегал и ничего с ним не сделал. А тем временем то, о чем я тебе говорил. Дарт да Кинг покупает Негев. Будет веселье. Да мне кажется, нет. На самом деле, палка не так часто может стрелять, я слышал. Ну поверь, эта палка стреляет, что надо. Ну вот первую... О чем я тебе говорю? Да не, это фан, слышь. Тут... Я тебе серьезно говорю, он уже третью игру подряд с ним играет. Чувак реально умеет обращаться с этим девайсом. Минус 3 он делает и... Практически квадро. Практически. Но все равно, видишь, минус 3. Сохранили некер. Не, по-моему, а, они еще... Интересный. А, еще негив купили. Окей. Ну да, ребята, походу, начали развлекаться. Ну, а, собственно, с таким счетом, почему бы и нет? И они ничего не теряют. На самом деле, за КТ, ну, как бы, за КТ сложнее играть. Если ты за КТ издеваешься над соперником, и ты хотя бы имеешь представление, что такое Counter-Strike, и как правильно играть за Т, зная все раскидки, то не стоит труда тебе обыграть вот такую ЛС-команду. Ну, чисто мое мнение. Я думаю, мнение многих московских... Плоте Сакура с АВП смотрел в Double Doors. И когда вышел на него Негев, он даже не успел выстрелить. Остается у нас два Негева против Привета. Привет передал привет Дарту. И остается у нас Аксвелл против... Так инфа же должна быть. То, что... Да что такое, ну... Да, инфа, конечно, есть, он просто думал, вдруг он пойдет на Зигу, и на этом он его подловит. Но плент-то у нас лежит под дверями, и, скорее всего, пойдет чувак по лонгу. Сейчас в спину, скорее всего, зайдет. А, нет, он... Так, о, ага. Я не разминуюсь, нет? Не, идет на лонг, будет его встречать там. А сейчас парень из Зиги может услышать типа, который по ДЛ пробегал. Походу, услышал? Нет. Саката полегче в голову дать. Ну как видишь? Ну я да, вижу. Тяжело, походу, пацанам. Сака в голову давать на лане. Что? Так, у нас есть Негив, у нас есть три кольта, есть плетка против. Ох, блин, мог даблкил сделать одним выстрелом. Да, против... Ух ты. Ох, Акс. А где у нас плетка? Где плетка? Где она играет? Она играет на лонге. Так. А, плетка уже реализована. Остается один дарт против пениса. Привет пенису. Вот, против «Привет, пениса». Я буду этот дуэт так называть. «Привет, пенис»? Да. «Привет, писюнь». Нормально. Тесак одобряет. Сегодня нету в команде игрока с ником целуй. Не знаю. Нормально. Ох, ох. И он побеждает. Отъехал. 11-3 счет. Первая половина игры.
как-то, блин, скучновато. Тухленько, тухленько. Да, я ожидал большего. Чуваки уже фанятся. А, 11-3 за КТФ. Пацаны просто по медлу бегают. Аркадят мидл, ну, пару раундов было. Ну и вот, ну что, ну... Отс просто убегает и... Нон-стопом, даже не останавливается. Хотя, возможно, аркада нижней тэшки. Да их тут перестреливают по всем параметрам. Обход. Действует на глаз. Ничего не боятся. Ну вот что такое? Пенис смотрел... Как тип, который выходит, может убить. Ну вот, видишь, может. Моё, да, умеет. ГК пулеметчики пишут. Атака. Интересно. Не, короче, может быть вариант, то, что это просто не их карта. Ну, может, это вариант. Не их день, не их девайсы, да, не их комп. Не их игра вообще, да. Такое даже можно. Не их игра. Ну да. Там Тетрис. Что-нибудь такое, полезное. Ой. Так, Блинк умирает у нас на Зиге. Ну да, принимают они немного неудачи. Только я хотел сказать, что все хорошо, и они принимают выход на аплэнд, но, к сожалению, видимо, обратное. Ну вот какой-то пацан! Инфа есть про то, что плент на А, тоже двое типа на А, он стоит в мидл, смотрит Зигу. Это как вообще? Сюрприз. Не знаю, может, просто у них ТС умер, и они там голубей посылают, чтобы это, ну, инфу логика. Передавать. Ну, логика там. Ну, есть же какая-то. Должно присутствовать. 13-3. Да все, это же... Да, это... Да, в принципе, и так понятно. Я не знаю, что тут еще комментировать, тут уже, да, все очевидно. Ну, конечно, есть вариант, то, что их не карта. Я бы посмотрел бы просто, какая будет следующая карта. Если будет какой-нибудь ненюк, то все, не, им там точно делать нечего. Может, они БО-3 играют, 3 даст там наказание. Best of 1-3. Нормально. Хорошая система. Да. По щам он с Галилы раздает. О, Айдан с ССГ-шечки против двух АК и ФАМАСа. Что? Что он делает на... Каковы шансы? Ну, попал. Ну, может, убьет. Ну, и все, больше чего. Ваншотик. Отличный ваншот. Я не понимаю, почему... Что вообще Айдан делал на Теровской респе, когда бомба установлена? Все знают, что бомба установлена на Б, что выход делался на Б, что... Все делалось на Б, но, блин, он оказывается на чужой респе. Так он муху сейвил, но и пытался, типа, выбить девайсы. Типа, ща, пацаны, ща затащу, ща выбью пару девайсов, там затащим. Ну, да. Вот, а Сакура зааркадил, обнаглел чуть-чуть и убил. Им надо наглее действовать. Чего? Они уже вышли на бомбу поставили? Ну да. Охренеть. Ну а чё, они ничего не контролят. Был один тип на АБ, а один мидл за Аркадио, но он убил. Но все равно один в точке Б против Галилов, АК. Он вроде там был... Фамасом, что ли? Слушай, мне сдается мне, что организаторы мне врут. Они мне обещали интересные игры. Да, я тоже видел ту интересную игру. Там, как на первом сервере, да, интересные игры были? Ну да. Вот они все идут, разодные. Экшен, там, развязки, трагедия. Ух! Да. Мечты, там, Газпром, давай. Хороший хэдшот. Ну, просто без флешек даже типа уходит. Надоел. Тем не менее, ну, смотри, попало. Ну ты посмотри, ну что это такое вообще? Ну ладно, смухи убили все-таки. Ну и что, у нас дарт против писюна Отза. Отза, отличная попытка хотя бы прошить дверь. Да, почему бы не постараться сделать что-то? Хаешечку.
Все хорошо. Надамажил. Нормально. Ну, промахнулся Савика. Пытается сделать типа аэршот. Ну! Ну, маловероятно, потому что он сейчас просто допрыгается. А, нет. Ура! 16-й раунд за командой Мистериус. Да. Ни одной игры они еще не проиграли. Сыграли 5 игр и все забрали свою копилку. Окей, давай сделаем очередной перерыв, подождем очередной интересной игры. Надеюсь, никто не видел, как я сейчас пальцами вот так вот делал кавычки такие в воздухе, да, знаешь, такая интересная игра. И... Мне да. Кажется, тут даже шутить не стоит, потому что это... ну, тут и так все ясно. Да. То, что одни типы просто играют намного лучше других. Одни хотя бы что-то понимают, как и где надо действовать. Где надо сагрессивничать, где надо чуть подождать. Какой-никакой, но вот эти Mysterious какой-то левел хороший имеет. Ну да, ну ладно, давай пока сделаем небольшой перерывчик. И вернемся чуть позже. У меня справа появилась Mysterious CSGO, ничего себе! У тебя появилось? Да. Нормально, работаем, ёпта. Сейчас к финалу и вторая слева появится, нормально. Ну да, пойду курну, что ли, а то разнервничался, так переживал этот. Ух.
что там новенького? Карточки продолжаются. Один 12-21 гол. Пока что проигрывает на кэше. Так что это полуфинал отборочных в Нижнем Новгороде. Best of one. Тики за чеком. Опа, хорошая хаешечка. Будет через дверь играть и мейн на А. А чисто. Спокойно сейчас шарк поставит плент на А. И счет будет 3-2. Последние деньги закупаются. Слабенькая раскидка. Только одна хае. Орехус. Без ничего просто. Отсадочка в виду. Мидл. Упал. Подсадка, да, упала. Занятие мида. Плент скинул. Отдали мидл полностью. Коттедж. Занимается каналка. Скорее всего будут ходить на Б. Так, они их растянули неплохо. И там всем вера, там один человек только стоит. В планту. Его найдут и обезрезят, скорее всего. Только кто это сделает? И будет ли размен? Вы уже крест-накрест стали. Да, хорошая игра из пункта. Сликс, отличный минус. Будет ли второй? Один в один. Хорошо. Хороший хэдшот. SL повелся, не стал ждать на выжидание, пока отстанет плент. В итоге 3-3. КТ просто без экономики. Одно ЦЗ только. Я не знаю, почему Рейли не стал ЦЗ покупать. Хотя это достаточно сильный пистолет, который может очень сильно зарешать. Вообще в CSGO пистолетные раунды очень часто берутся за счет ЦЗ. Сейчас, наверное, сликер сделает килл по щам. Ошибается SL, его прочекали. По карте. Ну, укрепление на двоих. Спокойно выйдут и убьют. Ну да, так и получилось.
Воу, хороший размен. Минус 20 ликера. Хорошая стрельба. Плохо, плохи дела. АВП есть? Ты тут? А, ну если хочешь, то иди. Угу. Хорошо. Так, ты... Вот так вот. Сейчас будет Best of 1, потом финалочка Best of 3, да? Все верно. Сейчас. А, ребят, собственно, вот ссылочка на Twitch, где продолжается наша трансляция. Да, идет параллельно она. К сожалению, мне пора уходить. Всем спасибо, что смотрели. И продолжайте смотреть дальше. Будем надеяться, что канал да. Зайдет. Да, с вами я встречусь уже на непосредственно на МКС, на стримах МКС на неделе. Да. Ну и, естественно, на Counter-Strike. Всем спасибо. С вами был Грейвер. Пока. Да, счастливо. Пока.